Плюс 2. Солнце пока светит. Спешу домой. Спешу домой посмотреть на цвет шерсти. Я уже отработала свою. Посмотрела сегодня на свою машину. Хотела помыть. Но между нами, девочками говоря, вчера был наплыв машин. Не пробиться было. Сегодня, прям с самого утра, машина за машиной, машина за машиной. Какой-то начальник пришел на работу к 8 утра. Хотел помыть, но, в общем, ему не дали. Потом успел частично помыть, потом опять не дали. Потом еще несколько этих самых. Потом он просто закрыл все это дело и начал мыть этот, называется Васки Халан по-норвежски, а по-русски, ну, помывочную, наверное, так. Ой, что-то как-то так зябковато. Зябковато. Сколько там? Вроде как плюс 2, но что-то как-то сыро, наверное. То, в общем, я смотрела. Я думаю, ладно, может как-нибудь... Может завтра. Я завтра работаю опять. Может завтра. Устанавливать, чей год первый будет, ну, то есть
Бог собрал зверей, чтобы вот по знаку зодиака, по гороскопу, кто будет первым. И звери ссорились, один говорил, я большой, потому что это, а второй говорит, нет, я хитрый, потому это, а тот говорит, нет, я потому что то. Ну, в общем, никак не могли достигнуть консенсуса, как говорил товарищ Горбачев. И тогда Бог решил, что тот из зверей, который увидит первым восходящее солнце, того год будет первым в зодиакальном цикле этих 12 лет. В общем, когда все забрались, начали ждать восхода солнца, то все, значит, сидели и смотрели в ту сторону, с которой стороны, в общем, с той, с которой, как обычно, должно подниматься солнце. Только одна мышь сидела спиной к этому. Все говорили, мышь, ты дурная. Что ты делаешь? Мышь, повернись. Но мышь упорно, уперто смотрела назад. Они уже хохотали над ней, все, что хочешь. Но получилось так, что когда солнышко начало всходить, его самый-самый первый лучик попал на вершину горы. И мышь, увидев это, закричала: «Солнце! Солнце!» Тем самым получила первое по счету открывать этот зодиакальный цикл из 12 лет. Ну, кабан был последним. Вот он прошлый год закончился кабаном, и сейчас год крысы или год мыши. Так что новый цикл начался. Это называется «Не терпится посмотреть при свете дня». Так, что тут у меня? Значит, это у меня, значит, белый. Это что-то какой-то серый. Я даже не знаю, как его живописать. Наверное, цвета ложки какао. Так, это у нас... Что-то какое-то, не знаю. Детской неожиданности, наверное. Так, ну это черный. Это коричневый такой. Вот такой, в общем-то. Не знаю. А что это? А что это пустить? Вот это вроде ничего, такой красивый. Хотя тоже цвет не опишу. Да, здравствуй. Здравствуй, мой ты цвет. Цветик ты мой. Синий цветик. Так, ну это что-то такое терракотовое. Терракот. О, мой. Терракот. Сидит. Так, ну это оранжевый. Оранжевый. Это скорее у нас фоксика цвет. Фоксио! Вон он. Мяу-мяу. Иди сюда. Сравним с тобой. Иди сюда. Сравним с тобой. Ну, почти где-то так. Чуть ярче. Так, тут у меня еще остался. Вот это даже не знаю, что это. Наверное, каштан. Или шоколад какой-то. О, пацаны.
открыть одной рукой. Извините. Сидит моя хитропопия. Так, сделаем. Ну что ты возмущаешься, Фокси? Так. На улице плюс 2, но ощущение того, что минус 4. О, какой. Ну да, наверное, шоколадом назвать можно. Приятный цвет. Шоколадный. Ну, в целом, в общем-то, так, еще один остался, но желтый. Ну, это прям Фоксик. Ну, в целом, я хочу сказать, раз. Ну, это туда-сюда. Это туда. Ну, черный всегда черный. Вот этот, не знаю, в общем, такой он. Хотя нет, он, камера не показывает весь цвет. Такой какой-то. О. Он такой приятный, в общем-то, это самый ненасыщенный, можно пользоваться. Ну, рыжик белый, он в Африке белый. Ну, в общем, с учетом того, что получается у меня две кучки. Как там? Рубль кучка, а в кучке три штучки. Ну, вот эти пять можно пользоваться прям с лету. Вот эти, ну, скажем так, это какое-то осеннее настроение. Солнечное осеннее настроение. Но, по идее, можно тоже пустить. Но вот эти, я так думаю, что, наверное, даже... Ну, вот этот немножко под вопросом. А вот эти очень даже. Ну, это тоже немножко можно. Вот. То есть, если вот найти вот этот... Да, и ты тут. И ты сюда пришел. Да, ты сюда пришел. Тоже давай сравним с тобой. Подходит ли нам... О, это очень Фоксику подходит. Ну, это прям вот с Фоксика снимали. Это у нас Фоксик в ударе, назовем так. Ну, ближе к этому. Это коричневый такой. Ой, ну это уже никакой. Так, ой, куда я его уронила? Вот. О, сидит мой дружбан. Сидит мой дружбан. Вот он. Ну давай сниматься. Расскажи, как жизнь твоя кошачья проходила без меня с утра. Утром я через него перелажу, чтоб котика не потревожить. Наглая рыжая морда. Только я дошла до этого самого ступенька. И он бежит впереди меня, обгоняя, на кухню, быстрее, есть давай. Да, Фокси, есть давай быстрее. Да ну что ж я так занималась-то эквилибристикой с утра пораньше. Спустилась вниз, а там другой красавец, да? Там другой красавчик. Ровненько так по этому самому. Ровненько так ровненько. Тимонький рыжий кот. Ой, ты мой сладкий рыжий кот. Ты моя, ты зелотя. Ой, ты моя, ты вреднючина. Вреднючина, вреднючина моя. Вот. Все как приличные со мной. Скажи, ну что ты тут? Ну что ты тут? Ну что ты тут? Ну что ты тут? Дай тебя почухаю. Ну что ты тут? Ну куда пошел? Куда пошел? Куда пошел? Хитропузия ушастая.
У нас тут вечером дождь был. Ну, не дождь, что такое. Ветер непонятный. Тут поздувало все, что только можно. Опа. Поздувало все, что только можно. Так, все, пацаны. Пошли кушать. Вы кушайте, а я пойду в люлечку. Полежу чуть-чуть. Отдохну. Отдохну. Снимаю из-под тишка этого товарища. Вот удивительный кот. Он вроде как на тебя не смотрит, да? Вот, то есть, по типу, я тебя не вижу. То есть, я к тебе отвернулся спиной. Значит, я тебя не вижу. Значит, ты не существуешь. О, что это у нас там такое? Что это у нас там такое? Ну, что вы хотите сказать? У нас там кто-то в гости к нам пришел. Ползет, ползет. Что там у нас такое? Ой, прям как в замедленном фильме. Ну что там у нас такое? Ну что там у нас такое? Хотите сказать, что у нас там в гости к нам? В гости к нам кто идет? Уже никого не вижу. Хотя я слепая. Тёпсик, кого ты там высмотрел? Скажи мне, пожалуйста. Ты мой кот. Созерцатель. Кто там у нас такой? Никого не вижу. Куда-то туда прям вперед смотрит. Ой, бежит моя рыжая морда. Бежит. Бежит. Дед бежит. Кто там? Тёфсик. Ой, ты мой, ты горный орёл. Скажу, любитель высоты. Сейчас опять окажутся какие-нибудь шпионские страсти. Кто там у нас там? Никого вроде не вижу. Что ты там смотришь, Тёфсик? Машинки ездят. Или соседский кот где-то там шастает. Где наш? А, вот он там. Вон там у нас кто-то идет. Вот, да. Соседский кот у нас там гулюнькает, делает свои темные дела. Где это мои красавцы? Вон один сидит, а вон второй сидит. Сидят два моих, пасут территорию. Я думаю, на кого он там уставился? А я ж вообще отсюда не вижу. Я только по движению обратила внимание, что что-то перемещается. Опять потеряла. Так, где он там? Где-то тут. А, вот он, вот он, вот он, вот он. Ровно посередушке. Пошел. И пошел, пошел. Ой, красавчик. Такой кот прикольный. С белыми лапками, белыми этими самыми носочками. Я его всю прошлую зиму кормила. С голодухи, бедняга. Я думала, что он там... О, опять чистят. Чистят, посыпают, поливают. Всякой херемиритрямдей, чтоб не скользко было. Ну, это тоже хорошо. Все. Пацан тоже на охоте.
Так, ну, в общем, руки у меня замерзли окончательно, бесповоротно. Пошла я домой. Так. О, два моих пупсика.